То есть он довольно-таки сложный, конечно. Все улучшается, и настроение, и здоровье. И еще раз. Это не первый раз. И внутри-то он знает, что они неправы. Приходить на крик. Все. Мне это крайне неприятно. Оно уже идет неприятно. И я знаю, что после электролечения такого давление повышается. Ну, оно вот как прибор, это мне абсолютно не нужен. Нет, все. Извините. Он током бьется, да? Да, 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 да. Заходишь в кабинет, в одном и втором лежат деньги. Мы собираем то на одно, то на другое. Ребенок или еще кто-то. Вот. А здесь... Я вот когда ходила. Ведь выпускают же, это же заводская. Воздухом подышишь. Я даже боюсь, выйдешь. Максим, уже открывать. Если бы родственники-то были бы эти, тогда бы вы можно что, было надеяться. Так. Она одна. У нее нет никого. Только племянницы. Покажите всех нас, чтобы не было таких лох и дураков, как мы старые, ненормальные. Я только вот хотел бы сейчас ей посмотреть в глаза и сказать, какая же мать тебя родила. У вас прибыль преобладает над всем. Тогда я жалею вашего дедушку, прадедушку или кто-то, кого-то из родственников, которые сложили головы в войну 1941-45 года только за то, чтобы мы жили. И вы тоже. И процветала ваша фирма. Ну, то есть... я могу вам сказать, что я прожил свою голову при штурме Грозного 2000 года. Мне тяжело. Не надо ерничать, молодой человек. Не надо ерничать. Вы поняли меня, о чем я говорю? И это свидетельствует ваша активная, негативная реакция. Понятно.